Равнение на знамя. Впрочем, если бы орловчане решили исполнить эту команду, голова бы у них закружилась. Потому что легкомоторный як, выступивший знаменщиком, над орлом летал так, чтобы его воздушный парад увидели многие. В том числе он нарезал пару кругов под серыми облаками, и случайным задетелям пришлось вертеться. На буксире самая большая копия знамени Победы 9 на 20 метров. Пошили его специально для акции «Перелет памяти», реализуемой белгородскими общественниками. Сама инициатива исходит от тамошнего общества воздухоплавателей. Еще вчера знамя было растянуто внизу во время торжественного старта акции, который случился в Прохоровке на третьем ратном поле России. Но замысел следующий. На средства гранта президентского фонда культурных инициатив и с помощью спонсоров осуществить трехдневный перелет по маршруту Курск, Орел, Тула, Малоярославец, Можайск, Ржев и обратно Прохоровка. Важная часть программы – облет со знаменем каждого города, так что участники акции числом 10 находятся преимущественно в небе, в том числе во втором самолете Ан-2. Десантируясь только для дозаправки, митингов и передачи в местные музеи капсул с Прохоровской землей. Орловчане, ветераны войны, волонтеры, другие общественники от патриотики и власти тем же и встретили полетную группу, набрав в гильзу от 45-ки землю с могилы танкистов, погибших за Орел. Полет посвящен этот сохранению памяти о народе-победителе. Это главная задача. Кроме прославления подвига советского солдата и труженика тыла, акция должна и побудить интерес масс к внутреннему культурно-историческому туризму. Реализуется она при поддержке правительства Белгородской области и тамошнего отделения Российского военно-исторического общества. Было возложение цветов и фото на память, после чего гости отбыли на аэродром в пригородную Пугачевку, чтобы занять места в крылатых машинах и отправиться далее. Мы же заметим, что акция эта должна развиваться, а маршрут ее хорошо бы мерить тысячами километров, чтобы победное знамя развивалось не только над русскими городами, а, как и положено, над Берлином тоже. Сергей Быковский, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».